Коки, вкусная морская рыба из отряда тресковых, имеет другое название – макрурус. Запеченная рыба в духовке под сыром в фольге получается очень нежной, упругой и без сомнения понравится всем. Коки довольно большая рыба, поэтому если всю вам не хочется готовить, смело отрезайте от нее кусок нужной величины. И именно его и филируйте, начиная с одного конца ребер в сторону другого. Вместо лука можно взять петрушку или базилик. При желании рыбу можно полить лимонным соком, но нам хватает кислоты от майонеза. Коки 500 грамм. Сыр 70 грамм, твердый. Майонез 2 столовые ложки. Соль по вкусу. Перец черный по вкусу. Масло растительное, по вкусу. Лук зеленый 20 грамм. Лавровый лист, 1 штука. Количество порций, 2. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления запеченной хоки. Хоки почистите от чешуи и внутренностей, удалите плавники, внутренности и кости. Сполосните и обсушите. В форму для запекания налейте немного воды и застелите форму фольгой. То есть должна получиться водяная прослойка, чтобы рыба не прилипла к фольге. Рыбу посолите и поперчите, выложите на фольгу кожей вниз. Зеленый лук сполосните, обсушите и мелко порежьте. В миске соедините майонез и лук. Сыр натрите на крупной терке, добавьте в миску с майонезом и луком, посолите и перемешайте. Покройте смесью всю поверхность рыбы. Закройте верх фольгой, чтобы она не касалась заливки. Поставьте форму в горячую духовку и запекайте в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Достаньте рыбу, раскройте фольгу и верните обратно в духовку. Запекайте еще в течение 10 минут. Приятного аппетита!